На данный момент у меня завершается третий тест по кипячению чайника на газовой плите компании DEXP в варочной панели. Первая, как видите, да, она уже почти остыла, 59 градусов. Вторая у нас комфорка, это самая маленькая, 88 градусов. Вокруг почти не горячо, как бы уже можно трогать. В данный момент завершает кипение третья комфорка. Ну что у меня получилось? Оказывается, хоть и по времени самая маленькая комфорка, опять же, меньше всех потребляет газа, но она в 3 раза дольше кипятит, чем на большой комфорке. В данный момент сейчас проверяем, сколько у нас по времени будет кипеть на средней.